Bitch. Cause it's not right. Так, это у меня какая рука? Это у меня какая рука? Да, ну ладно. Игрушка. Это Dota. 2. Переделанная в карточную игру. Новая игрушка такая. Dota 2 карты. Типа того. Dota 2 это жанр моба. Моба так жанр называется. Моба. А это Dota. А это жанр карточные игры. Мы ничего в этом понимаем. Слава тебе, Господи. Да. Черт ногу разбираться. Вот эти все персонажи. Поддержка. Убийца. Солдат. Всякие там лучники, всякие там уворот, антиуворот, маги, они как-то взаимодействуют друг с другом. Танк вызывает огонь на себя, его все бьют. Ой, ну здесь все еще сложнее. Кто-то бегает и убивает нашего лучника и мага, игнорируя танка. Это кошмар. Ужас. Ну, если эти люди живут как-то. Так, на чем мы остановились? Это вот нажимаете. Оп. И понеслась. Честно, сотвал пузырь. Ужас. Терять, убить. Глобину нашего надо. И сам куда-то делся. Все. Болтузит нас. Почем зря. Все. Черт знает. Потом еще в десятером против семерых зачем-то. Пятерых. Что у нас? Снайпер. Он как не взаимодействует. Как там? Эй! Чего? Уже нахальство какое? С чего вдруг началось-то? Хамство. Тьфу! Зараза. Шестером против четырех. Почему он их больше? Понятно. Жмем паузу, не нажимается. Нет, придурок, что там прыгает? Чем прыгает? Ну ладно, ну и что? Ну и четыре. О, успокоились. Почему снайпер у нас впереди?
А это что значит? Чёрт их знает. Четыре танка у меня, три танка у нас. А это что? Дикарь. Это вообще понятно. Стрелок. Первобытный. Чешуйчатый. Тролль. Чернокнижник. Ай, ладно. Будем проигрывать лучше. Морочь себе голову. Чтобы разобраться в этой муте, нужно иметь квадратную голову. Но вот почему он... А он 9, ожидание 0. Почему он не сексоводится? Ну, зараза. Здесь еще какие-то эти самые. Клыки, когти, накидка, сущность жизни. Это должно помогать в победе. Оно же не должно. Так, ну вообще, ну, будет работать или нет? Зараза, в чем дело? Уже вроде бы все. А это пауза, значит, оно действует. Действует. Может, кого-то надо купить, тогда заведется. Это что такое? Матч. Бессердечный. Стальной сердечный, что ли? Враги получают минус 5 брони. Враги получают минус 10 брони. Враги получают минус 20 брони. Это что такое? 6, это что такое? А, показывают, у нас будет тогда 4-й воин, что ли? Чёрт ты знаешь. А это дикарь. Союзники получают тра-та-та. А у нас дикарь есть. А что у нас нет? Союзники получают плюс 30 к сопротивлению маки. Атакуя первородного в ближнем бою, враг с шансом 30% получит бессилие на 4 секунды. Рыцарь хаоса. Рыцарь. Почему ты тут моргает? Чего он моргает? Ну ладно. Вот этого берем жучка. Ух ты. Миссия.
как-то всю эту ауду. А у этого ничего. Может, это что-то значит, вот это синенькое. Я думаю, что это хорошее. А может, нет. Ух ты, у этого синенькое. А у этого. И у этого. А у этого нифига. Ты кричал возменить. Если это, а это нет, это бляка, а вот этот, мэйт, нейтраль, а этот, нейтраль. Ладно, ну всё. Это лучница ветра. Так. Вот здесь вот подсказочки. В идеале, наверное, здесь как можно больше должно быть соответственно видов пальцов первородных. Атакуя первородного в ближнем бою враг с шансом 30% получает мышцы. Атакую ваш 6, потому что пробил 20 шансов 30%, получает бессилие на 40%. Так. А, наверное, вот это вот. А-а-а, понял. Понял. Вот если вот. О! Вот здесь у нас 4. Ага, а если не то не сил. То есть нам нужно или 6, или. Или 6, или 9, тогда 25% убрали. 10, 2, 2 или 1 убрали. 10, 2, нет. Вот она и показывает, что вот 5, а здесь 2. 2 у нас убийца, 2 убийца. Убийца. А где у нас убийца? Непонятно. Вот это убийца. Вот это убийца. Что убийца у нас? Убийца. Вот если мы вот три это вот поставим сюда. То есть кто-то. А убийца. Убийца. Вот еще одна убийца. Тогда у нас будет 2 убийца. Вот. 2 первородных. Этих нужно или 3, или 6. Дикар. Здесь у нас 5. Будет. Убийц 2. А если убийца? Он понял, это плохо, что ли? Так, фиолетово. О, 2-1. А, 1-1.
Атаки демонов наносят 50% количества урона. Действует, если на поле есть только один тип демонов. Один тип демонов. Дикарь, Калина, Габибуар. Этих три. Нифина не видно. А вот это что такое? Блин. Кроха. Нахуй. Громкий комп, лечение. Убийство. Ну, как сейчас можно слышать? А я говорил, квадратная голова должна быть. Цинк. Вот что такое. А вот что. Вот же на одну закону свет вообще. Вообще. Союзники получают плюс 15 культуризма. А если 6 наклонников, 50 культуризма. Чердара Маут. Он получит 10. Проблема 5. Это крепкий. Все крепкие получают. А чё? Это пить? О! О! Это у нас... Дикарь. Союзники получают... Тра-та-та. Чё там? А, там есть у нас будет второй. Это 2-10% урона от атак. От атак. От атак. Из раптор. Крепкий 2. Да этот крепкий еще крепкий. А это что? Шаман. В начале боя случайный враг превращается в игрушку на 6 секунд. Так, это у нас что? Что мы отключим? Вампиризм. Это у нас... Это у нас мертвич. А, это что? Почему здесь-то не написать? Почему я должен быть сюда лезть? Куда? Куда лезть? Отсюда. Почему я должен быть здесь? Еще не видно, кто из них кто. Чёрт их знает. Как можно так делать игрушку? Нихрена. Вот они здесь все. Сортировать. Господи. И вот. Понятно. Как неудобно все сделано. Ужас. Это у нас патч. 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 Еще. Патч. 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 Почему на уровне не растет?
Вот. Или зарядка. Почему я всплываю так мало? Что это такое? Не снег. Ладно. Все это стандартно. Очень все неудобно. Так. Здесь есть подсказка, ты только сюда перенесешь, уже подсказки никакой нет. И это кошмар какой-то. Чешуйчики. Союзники получают 3 подсказки с противным манной. 24. Второй у нас чешуйчики. Второй чешуйчатый, второй убийца. Чуть там прыгал. Господи, началось. Все никак не могло начаться, было началось. С чего это? Вот столько не хотел бы побегать. Идите вы нафиг. Невозможно вообще так работать в такой экономике. С чего вдруг начался бой? Понятно. Здесь у нас. Что это значит? Что это значит? Ох, все плохо у нас тут. Вот что такое? Сердечно. Враги получают минус 5 брони. Синие драконы получают дополнительные драконы по сути. Убийца. Дракон убийца. Почему они все связаны? Ладно. Ну ничего. О, не связь. Тут идти. Если не нажать паузу, то я выдаю. От нас здесь ничего не зависит. Это как? Ничего ж.
Неуловимое существо получает 20 кукол. Алло. Неуловимое. А это кот не умеет кушать. Ноги получают минус 40 на ноги. Вот. Труд. У нас здесь все плохо. Вот здесь нужно 3, а у нас 6. У нас 5. Здесь 2, а у нас 1. Есть 2 уровня. Что он не дополнен, непонятно. Здесь нужно 2, а у нас 1. 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 Здесь нужно 6, а у нас 5. Малоюный, мне нравится вот это. Почему не всплывает ничего? Вот зараза. Больше маг. 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 Тролли. Тролли получают 35 скоростной атаки. Тролли получают 40. Тролли получают 35. Они на соблюдении получают 15 скоростной атаки. А ничего, ни о чем это не говорит. Плюс 65, кто их скорость атаки, а какая средняя скорость атаки. А, это можно смотреть. Здесь скорость атаки у него. Скорость атаки. 1,9. А он получает 235. Ничего себе. А вот еще здесь. Голову сломаешь. Так. Что здесь? А, пустые ячейки, это просто вот здесь, вот, наверное. Вот три. Три у нас. Два из них. Сами безопасные. Два из них. Вот, не вон. Чего тут? Так, три миллиона, а я не успеваю. Зараза. Почему не успеваю?
Так. И осталось. 0,3. А что он сделает за нас? А что это значит? Господи, что я это должен сам придумать? Зараза. Так, это глобальные дроны. Это двое чего? Ну, двое-то. Вот зараза какая. Почему не всплывает так много канала? Не надо сюда так. Здесь вон три воина. А это что-то почему он тоже воин, что ли? Почему он рекрут? Ну ладно. А, может. Еще один муравьёй. Четвёртый. И что это? Охотник на демона. Отличай бонус от альянса демона у противника. Настрой противника дать и выкупить робота. Викар. 5000 урона. И убийца. Это второй, где третий. Третий убийца. Третий убийца. Вот же нас тоже три убийцы. Так. Один демон. Третий убийца. Так, это у нас два первоохотных, один демон, три убийцы. Если этого выкинуть. Так. Она еще полна грязи. Такой уж. Thank you.
Еще один молодой. Вот вампир. Вампир. Вот тут у нас. Значит, у нас тут два. Это убийца. Это у нас перевалок. Это у нас демон. Так, это у нас убийца. Это перевалок. Да, все плохо. Одного надо больше. А здесь... Кто у нас? Пять. А, вот у нас что-то. Ага. Так. Это Бобиоза. Бобиоза. Вот кто у нас. Кто такой? Ага, кто у нас убийца? Надо еще одну убийцу. Так, что? Это у нас... А, это... Наркотичника без задачи. Наркотичника. Это больше наркотичника. Почему он не такой? Я нажал так. А, сейчас. Так. Это у нас воля. Это у нас один. Так. У нас перелогу. Это бюкар. Это воин. Воин. Его одинаковые.
Так. Никогда. Да.
шестеро, босс против пяти. Почему так? Забыли маму нажать. Туз. Истерю жизнь. 9 против нас. Почему 9 против 5? Можно как играть.
почему опять? Все надо больше пить. Конечно, смертельно. Хорошо, все такое. А вот шесть. А раньше не могу нам сказать это. Зараза. Так. Шестеро. Шестеро это у нас будет. Это у нас будет 15 стран. Сколько много этого? Здесь можно что-то здесь можно делать. Увеличить количество бойцов.
Сотрудники получают разбивку курона от атак. Три убийцы.
Привет. Ой. Так, охота ничего не чувствую. Все, хватит. Вот на этой оптимистической ноте. На победе. Тем более, что мы разобрались. Как, кстати, не лечить количество бойцов в отряде. Покупать можно. Дополнительные места. И как их устаканивать. Нажимаю. Вот эту кнопочку. Вот. Это мы можем увеличить количество бойцов до 6 воинов. Навести воинов до 6. Навести воинов. Девятку из 8. 89 себя хоп. И воина. Дополнительный бунт у нас уже 6. Это дает 15% прибавку. Лучше, конечно, 9 воинов. Ну тогда будет недостача другим у нас. Здесь у нас крепкие воины. А вот еще один крепкий, да. А это что такое? Дракон. Это у нас дракон. А, два дракона. Два дракона. Один дракон. Вот дракон. Нет дракона. Да. Дракон. То есть еще одного дракона взять. А, еще убийца. Можно одного убийцу снять с доски. Вот. А еще тут дракон, чтобы. У нас тут ну, вот этот дракон. А это. Не понятно, кто. Он тоже питает. Вот. Здесь выполнено два дракона. А этот дракон какой? Он что еще говорит? Интересно. Драконица. И... А, он еще это самое. Ну ладно. Ну ладно. Это оптимистический мультик. Все-таки мы прилетели. Добились. Да. Всем привет. Заходите, если что, на канал, подписывайтесь, расшаривайтесь. Что там еще можно? Лайк нужно. Что там?
Давай я тебе поделю. Как я ее стыдно. Возьми еще. Делиться. То есть ошибиться. И чудо все. Спасибо за внимание.